Здоровенько, пацаны. Давненько, так сказать, не общались с вами на личную тему. На личностные даже, так добавлю, как бы. Суть такая, что сегодня как бы хорошее настроение, вот просто, знаете, вот под погоду, так сказать, на ход ноги, да, навеяло меня просто-напросто с вами поговорить. С некоторыми пацанами, так сказать. Суть такая. Может быть, кто обращал внимание, да, примерно год назад я уже высказывался по поводу комментариев на YouTube под моими роликами. Ну, этого мало, то есть сейчас уже в Инстаграме, сейчас уже ВКонтакте появляются эти комментарии, где люди пишут, что ты неправильно ешь, ты неправильно одеваешься, ты неправильно ходишь, ты неправильно снимаешь, ты тараторишь, у тебя стрижка, как у 3-летнего мальчика, ты постоянно какие-то говоришь нам слова, которые мы не знаем. И суть такая, что, пацаны, давайте сделаем так. Вот хоть бы один человек, просто хоть один человек, вот просто бы сюда пришел. Причем все знают, где я живу, где я снимаю, все знают это место, знают имя, фамилию, канал так называется. Хоть бы один человек приехал и сказал: Миша, давай, говорит, я покажу. Пожалуйста, пацаны, приходите, вот, у оператора возьмете камеру, покажете, как снимать, потому что тоже такие же комментарии, не только про меня, понимаете? И суть такая, что как бы я знаю, откуда все это идет. Это все идет от других пару блогеров, где у них, можно сказать, что вот такое просто поле для самодеятельности, где можно делать абсолютно все. Как хочешь, веди себя, как хочешь, разговаривай и так далее. Но вы не забывайте, пацаны. Тут как бы, ну, совсем другие пацаны, понимаете? Тут совсем другой канал. Тут вас никто не будет веселить ради рейтинга. Тут серьезно, вот просто-напросто. Вот приходите, да, я выделю вам вот даже специальный, знаете, вечерок, да, специальное место, где вот соберу вот вас с кучкой, вот этих пацанов всех, и, соответственно, просто с вами поговорю. То есть, по сути, как вот на самом деле оно есть. И знаете, что прикол? Ну, никто же из вас не приедет. Никто не приедет и не будет мне пальцем тыкать в машину и говорить, что вот это Honda, там вот это та, ся, там 2 GZ, 3 FE, Priora, там на стенде, маховик, фазорегулятор и так далее. Никто же так из вас не приедет. А знаете почему? А вы знаете. Потому что тут можно просто-напросто схлопотать леща. А? Тут пацаны с вами шутки шутить не будут. То есть это пацаны так вот по делу. Я вам просто как, ну, как есть, как говорится, рассказал. Суть такая, что у нас сегодня обзор. Ладно, ругаться больше не буду, да, сегодня с вами. Потому что, как говорится, вас единицы. Ну, вы поняли, да, о чем имеется в виду. Смотрите, у нас сегодня Honda Prelude. Ну, слово Prelude, оно уже подразумевает у меня что-то нехорошее. Я не знаю, почему-то, но вот Prelude, да, как бы. Кто знает это слово, тот в курсе. Так вот, машинка красивая. И даже не в этом дело, какой-то двигатель, какое состояние. Она в своем роде, у некоторых людей, она легендарная. Легенда, знаешь, что такое легенда? Дело в том, что я живу вот просто на Кольском полуострове, да. И суть такая, что вот я уже, ну, нормально, мне уже 4-й десяток идет. И вот у любого пацана со двора спроси, вот соседнего, ты знаешь Honda Prelude? Что мне скажет, как вы думаете? То есть просто человек идет с работы, я к нему подойду, что-то про Honda заговорю, у него свои дела, он идет с работы, он из шахты устал, да, он пошел кто-то за пивасиком, кто-то пошел в гараж. И знаете, я у него спрошу, да он в душе не знает, что это такое за машина вообще. Вот просто сейчас вот просто покажу, Honda закрою, и он просто, знаешь, разведет руками и не знает. А знаете почему? Вот что мое поколение, что старшее поколение, что вот молодые пацаны, с кем угораздило познакомиться, упаси Боже, нарвался. Так вот, они тоже этот автомобиль не знают. И получается, что наше поколение выросло совсем на других автомобилях. Вы вспомните просто некоторые пацаны, когда появились инжекторные десятки. А? Вот это было просто вау, да, вот тогда люди, конечно, кричали и говорили, что вот действительно, наконец-то же цивилизация пришла к нам в города. А знаете, какие иномарки для меня, вот лично для меня, это вот легендарные, знаете, какие? Deo Nexi и Deo Xperia. Это первые иномарки, которые появились у нас в городе Кировских Апатитах. Ну или можно сказать, что те же самые Ford Sierra, но это, как говорится, уже экспортные варианты. Вот такие дела. К чему я веду? Я лично руку пожму владельцу данного автомобиля. Скажу спасибо большое, что ты действительно вложил силы, вложил средства и восстановил из убитого варианта, именно из этой модели, нормальное состояние, на котором можно ездить, но можно сказать, что на дальнее расстояние. 10-й регион, Карелам привет, пацаны, машина оттуда приехала, то есть имеется в виду, что она в нормальном состоянии и передвигается на большие расстояния, примерно те же самые 800 километров в одну сторону. Прикол в том, что есть легенда, да, а есть именно то время, когда люди узнают об автомобилях через интернет. То есть, по сути, если бы интернета не было, никто бы никогда в жизни не узнал про этот автомобиль. Это все интернет, понимаете?
Имеется в виду, что нету просто-напросто, вот лично для меня, легендарности ни в одном автомобиле. Просто ни в одном. Но, как вы сами прекрасно видите, красивый цвет, машина перекрашенная, она ухожена, в нее вложено за полгода 300 тысяч рублей, потому что она была в свое время куплена... Самая дешевая вообще именно в России, там, по объявлениям, да, судя. То есть она была куплена за 130 тысяч рублей, и на сегодняшний день в нее вложено очень много чего. То есть также сделали свап, у нее поменяли колеса, поменяли облицовку, поменяли там по салону. И сейчас, конечно, я все это покажу. По сути, тот, кто не в курсе, да, то есть это получается у нас не то чтобы какая-то там переходящая с Аккорда там в Интегру, там, это просто-напросто игрушка, по сути, вот лично для меня. Также это игрушка для владельца, то есть он уже приехал, он уже понял суть данного автомобиля. И несмотря даже на то, что некоторые хондоводу, вообще вот эту машину, они не то чтобы не уважают, они не ценят, знаете почему? Потому что она ни разу не, просто ни в каких-то гонках не участвовала. То есть она не побеждала, там, чтобы, знаете, там, просто там ралли, Дакар, Париж там и так далее. У нее передний привод, у нее нет полного, у нее нет заднего привода. И получается машинка, она вроде бы как бы, да, и низенькая. Хорошо выглядит по спортивному, в купе кузове, да, с хорошими более-менее двигателями, но тем не менее, почему-то вот она не ценится. Сейчас я покажу, что под капотом. Если честно, ну, тут просто даже не в объеме дела, не в объеме двигателя дело. Сейчас я все это продемонстрирую. Понятное же дело, что 97-й год, и некоторые вещи, ну, просто подгнили, соответственно, тот же самый капот. То есть вот далеко ходить надо, вот просто, да, вот. Ну все, капот гнилой, на скорость он не влияет, но тем не менее, факт налицо, что сам кузов целый, кроме задних арок, то есть это тоже болезнь у нее. Смотрите, что здесь такое находится. Вообще, слышали хоть раз, ну сейчас грибной сезон пошел, вот, видели там товарищи проходили в платочках, то есть мы реально забрались далеко, но тем не менее здесь ходят люди. Это грибники, они собирают подосиновики и так далее, то есть лисички, маховички, вот эти все вещи, да, соответственно, они разбираются в этих грибах, как никто другой. Так вот, вот те люди, которые хондоводы, да, они также разбираются, смотрите, вот, видите синий цвет, я сначала думал, это какой-то карбон, кто-то покрасил, это называется синеголовый двигатель, есть красноголовый двигатель, у нас сделан свап. Вообще, как бы, здесь изначально, из-за того, что комплектация у нас минимальная, об этом свидетельствует вот эти четыре гаечки, вот эти, да, допустим, наступится вот раз, два, то есть если со стороны увидел 4 гаечки, то это минимальная комплектация со слабым двигателем. Здесь раньше стоял 2-литровый, 133 лошадиных сил минимальный. И представляете, 2 литра, 133 лошадиных силы и минимальный двигатель, который себя запихивает. Вот эти все двигатели, да, Honda, вот с этой особенно системы, в ТЭК, допустим, да, они как бы все, в принципе, такие вот тяговитые, да, они хорошо крутятся, но они имеют проблему, то, что у них масложор. И, соответственно, из-за того, что люди просто, ну, масло упало, допустим, да, из-за масложора, и, соответственно, как бы начинаются уже проблемы, то есть проворачивание вкладышей со всеми вытекающими последствиями. То есть даже до того доходит, да, даже, кстати, на тазах такого, ну, редко встречается, то есть когда машина резко входит в поворот, у нее из двигателя в поддоне масло немножко оттекает в сторону центробежной силы, и, соответственно, насос всасывает просто-напросто воздух, и начинается проворачивание вкладышей. То есть вот такие болезни, но по сути, смотрите, в данном случае тоже владелец ездил, у него, получается, был большущий задир, потом поршень развалился, все, двигатель развалился, он там 70 километров еще проехал своим ходом, то есть записи об этом свидетельствуют на драйве. Так вот, суть такая, что в данном вот именно случае он сделал свап, то есть из 2-литрового добавил сюда от Honda Accord вагон, именно вот этот двигатель ставится именно на Honda Accord, именно на универсал, то есть за 40 с чем-то тысяч, плюс доставка, примерно 50 тысяч, ему обошлось именно вот этот двигатель, то есть просто доставка, соответственно, сам движок горячий, вот это все весной оборудование, где сюда все это было уже установлено. То есть он сам это все установил, но единственная проблема была в том, что эта раньше штука стояла на автомобиле с автоматом. В данном случае у нас механика, и это единственная как бы вещь, когда действительно, то есть пришлось именно прошивать мозги. Единственный парень, который сделал, как сказал владелец, это парень с Омска. Я не знаю, но почему-то очень часто в последнее время стало фигурировать именно вот это слово Омск, да, в моих видео, но тем не менее, здесь именно это все дело связано с этим городом. То есть прошили, и сейчас в данном случае механическая коробка дружит с этим двигателем. И то есть идет полный потенциал. Когда еще было только это все дело установлено, из-за того, что была проводка неправильно подсоединена, то есть это все тоже доустанавливали в Санкт-Петербурге. И суть такая, что сейчас наконец-то уже те же самые 200 лошадиных сил под капотом. Долго разговаривать не буду, просто скажу так. Я прокатился по трассе, прокатился в аэропорту, по городу покатался на этом двигателе. И я скажу только то, что я чувствую. Дело в том, что
вот эти вот ВТЭК, да, вот этот ВТЭК, то есть именно хондовская технология, она включается у нас тогда, когда идет уже больше, чем 5000 оборотов в минуту. То есть, соответственно, вот эти двигатели, да, хондовские, они крутибельные, такие, они крутятся. Для того, чтобы полную мощность выработать, нужно именно газ нажимать в пол и крутить чуть ли там не до 7500. То есть это реально много. И тот человек, допустим, вот вы, да, вот если привыкли, что вот у других автомобилей 6500. И то, вспомните тогда, когда вы нажимаете газ в пол, когда начинает просто звон из-под капота вырываться в салон, на улице, и, соответственно, тебе уже автоматически становится просто жалко этот двигатель. То есть крутить его, по сути, не хочется. Но, тем не менее, для того, чтобы добиться именно максимальной мощности, нужно крутить до отсечки 7500. Попробуем сделать это именно сегодня в этом аэропорту. Кстати, мы в аэропорту. А так, что по состоянию, то вы сами все прекрасно видите. Ну вот, покажи просто, смотри, вот ход, да, стартер практически вот, ну вот, достал вот аккумулятор, то есть, соответственно, вот так это все было, видите, вот, установлено. То есть, ну, как вы прекрасно понимаете, это все дело не отсюда, то есть, это действительно было с разборки куплено, с Хабаровска. Чё-то... Как на тазах. Крепление даже такие. Комара проглотил, по-моему. По поводу, вот смотрите, допустим, передней подвески, да, она, в принципе, как бы тоже получается многорычажка. Я отсюда вон вижу демпфер. Причем он уже, по-моему, даже треснутый, ну, имеется в виду шкив коленвала. Очень низко находится поддон двигателя, вот можно отсюда посмотреть. И видите, как сами расположен двигатель. То есть он находится у нас с правой стороны, то есть достаточно редкое такое именно обстоятельство именно для леворульных автомобилей. То есть, соответственно, коробка находится слева. У нас леворульная версия, также есть еще праворульная версия, как бы, ну, вот такая вот ерундятина. А так, как вы сами видите, это купе, большая дверь. У нас есть движной люк, который в потолке где-то не прячется, то есть он вылез вот наружу, вот так вот можно взять его полностью, потрогать. Прикол в том, что, да, полный привод, по сути, у этих автомобилей отсутствует, только передние, но здесь есть такие системы. То есть в данном случае у нас таких систем нету, опять же, из-за комплектации, да, у нас есть здесь только ABS такая штука, как и все. То есть, а по сути, здесь, допустим, когда еще с завода машина выпускалась, именно наша комплектация, здесь была система с подруливающими задними колесами. То есть из-за того, что там были свои лишние трущиеся вот эти все детали, запчасти, да, которые сложно настраиваются, особенно по нашим дорогам, соответственно, были просто-напросто это все дело убрато и поставили на обычную вот эту рулевую рейку, где поворачивают только передние колеса. Также на этих автомобилях можно встретить такую систему с изменяемой передачи крутящего момента на передние колеса. То есть именно когда ты входишь в поворот, у тебя крутящий момент больше идет, допустим, на какое-то колесо, которое идет по внешнему радиусу. То есть тоже своего рода такие технологии. Ну, жалко, у нас их нет, но тем не менее они вообще существуют. Конечно, все это удивительно, что есть такие вещи. Раньше, видите, получается, делали, мудрили. Независимая подвеска полностью сзади, спереди. Сейчас, конечно, такого уже редко, когда увидишь. А так, покажи салон. Ну, как вы сами видите, задний диван. Он, конечно, в хорошем состоянии, что и переднее кресло. Но места, соответственно, мало. И, кстати, прикол в том, что, допустим, можно под себя подобрать практически любой салон. То есть там есть практически все всякие вещи. И лекантара, и кожа, и красная прострочка и так далее. То есть все от разных комплектаций. Вообще вот эти машины, это получается конструктор. То есть если ты знаешь, допустим, того товарища, который привозит вещи, там распилы, контрактные эти все детали, да, именно откуда-то из-за бугра, то, соответственно, тебе жить просто получается легче. Допустим, на этот автомобиль, как говорит владелец, он вообще нового ничего не покупает. То есть не заказывает какие-то детали, ну, кроме как подвески, понятное дело, там резиночки и так далее. А так все эти вещи, бампера, двигатель, коробка, можно полный привод себя поставить от марка, там, я не знаю, от аккорда и так далее. То есть люди, получается, делают практически все. То есть, опять же, покупая на разборку. А так, ну, маленький багажник, хотя вот опять вот эта вся обшивка, чисто вот эта японская, да, вот эта тема, то есть она здесь присутствует тоже. Ну, багажник маленький, опять же, машинка чисто, говорю, игрушка. То есть смотри, как она выглядит, а? Ну, если честно, выглядит она просто офигенно. Сейчас я капот закрою. Своего рода тоже, конечно, имеет значение цвет сам автомобиля. То есть красивые дисочки. То есть тоже, соответственно, придают какой-то внешности. Фары, передний бампер, вот эта вытянутая морда. А? Ну, посмотрите, какая машина реально красивая. В наших городах, допустим, Кировская Апатита, эта машина, ну, я видел, тут такая ездит, она продавалась, это было очень давно, а так, по сути, нету именно о продаже этих автомобилей. То есть, если захотеть просто, там, знаете, вот хочу такую, да, то есть вы, конечно же, ее просто-напросто не найдете. То есть, обычная машинка, она где-то обычно в руках находится, там, в каком-то пользовании.
Когда машина покупалась, владелец искал просто машину, как вторую, да, для того, чтобы там просто какие-то делать передвижения. Но когда он поездил, когда он вложил свои деньги, когда он понял, что такое купе, что такое низкая посадка, когда он понял, что такое вроде бы нормальный двигатель, который более-менее как-то валят, да, и, соответственно, уже появляется интерес именно к тому, чтобы использовать эти автомобили дальше. То есть, получается, ты испытываешь драйв. По сути, если машина куплена, да пускай она даже будет стоить 200 тысяч рублей, то получается за 200 тысяч ты покупаешь вот такую игрушку вот именно в таком облике. Машина все равно как-никак привлекает внимание из-за того, что вот она маленькая, компактная, да, именно купе, то есть спойлер. Ну, видно, что какая-то все равно вот именно нотка спортивности у нее есть. Так, ладно, первое. Ну чё? Ну, просто покажи дорогу, давай так сделаем. Чё на меня смотреть, когда я просто переключаю передачи? Ну вот. Газпол. Ну вот 100. 110. 110. Ух, короче, с открытым люком, с открытыми окнами просто ездить невозможно и что-то говорить. Да, сейчас закроем все это дело. Здесь написано автоматически, но он не автоматический. У тебя огонь бьет. То тормоза бьют, да. Так, давай, знаешь, что, печиков офнем. Вот так, наверное, да? Ты просто обдувал чуть-чуть. Зачем? Мы зафигеем тут. Ты что? О, в лицо дует пускай. Давай еще раз. Ну смотри. Так, ладно, стоим на месте, да, скажем так. Ну, по поводу салона, то есть, вы сами все прекрасно видите. Ну, опять же, слабенькая комплектация, да, ничего нету. Хотя, вроде как, удобные клавиши, то есть, вот так вот, как на пианино можно играть. Часы. Вот эта штука мне понравилась. Отдельно аж настройки, видите, как увидели. Просто все обычно, то есть, как на всех автомобилях, да. Вот, ручник с правой стороны. Вот эта штатная штука, вот эта китайская штука. Сигнал, руль. Ну, как-то так, пацаны. Обычный, в принципе, автомобиль. Хотя имеет люк. Видите, получается, минимальная комплектация. Так. Ну что, газ в пол. Вторая. Ну, переключать буду на 7500. 120. 130. 140. Короче, ну примерно поняли. Давайте так сделаем. Я сейчас включу пятую передачу и буду ехать примерно 110 км в час. То есть, если, допустим, ехать по трассе с этим двигателем, да, с этой коробкой передач, то примерно получается 3000 и даже чуть побольше. То есть, не совсем комфортно, я вам скажу. Шумоизоляции практически здесь нет. Я реально говорю громко. Машина управляемая, да, она низенькая, у нее низкий профиль, резина ZR 17. То есть, она едет хорошо. Хорошо ускоряется. Единственное, может быть, что для меня проблема реально с тормозами. То есть они для нее слабоватые. Во-первых, они уже перегреты. Руль начинает бить, когда ты начинаешь тормозить. То есть это, конечно, тоже проблема. И опять же, это все зависит от того, что изначально эта машина, она была у нас в минимальной комплектации. Соответственно, здесь тормоза тоже маленькие. Если вплоть вообще просто там так ударяться в тюнинг, то, понятное дело, здесь можно сделать все. И другой, вот именно вот эту вот консоль, да, здесь можно все тоже с красной прострочкой руль сделать, то есть дополнительные какие-то функции, опции, другие тормоза, другой двигатель. Есть также автоматические коробки передач, но понятное дело, что если ты покупаешь такую машину, ты покупаешь ее не для того, чтобы комфортно, да, передвигаться в городе, а действительно, чтобы просто-напросто, ну, похулиганить, так называется. То есть машина действительно подрывает на это. Получается, может.
Очень машина не любит маленьких оборотов. Вот, допустим, ты тронулся, да? То есть практически газ вот отпускаешь. Вот если, допустим, 1000 оборотов, машина начинает просто дергаться. То есть получается, постоянно нужно держать ее на газу. То есть, возможно, да, это все из-за настроек, но тем не менее, здесь именно так. То есть, если ты на этой машине едешь, то нужно постоянно крутить двигатель. Но мне почему-то так жалко становится движок, когда начинает вот именно стрелка тахометра падать аж за 6,5, за 7 тысяч. То есть, это реально непривычно. А так сотку набирает очень быстро, примерно, ну, по моим подсчетам, я знаю, примерно 6,5 секунд она едет. Ну, как-то так. Ну, говорю, это не автомат, тут надо именно крутить, то есть, постоянно выкручивать до отсечки эти машинки. Ну вот, сотка. Четвертая передача, включая пятую. Ну, давайте так, 120 и включу четвертую. Газ в пол с 4500. 130, 140, 150, 160. Нам очень повезло, что машина, сама вот эта модель, да, Honda Prelude, она именно маленького такого вот веса и действительно очень хорошо разгоняется. То есть владелец сразу сказал, говорит, если, говорит, ты будешь, говорит, ездить, а у тебя сзади, допустим, сидят люди, да, или ты просто сам по себе хорошо упитанный человек, или пассажиры ты посадил хорошо упитанного, то, соответственно, это реально очень сильно чувствуется на двигатель. Очень сильно хорошо чувствуется. То есть, когда говорят, что вот садишься, и ты как будто бы на полу, да? То есть, ну, практически не нагибаясь, я вот могу землю потрогать. И, во-вторых, вот просто-напросто, вот как отсюда вылезать? То есть, действительно, большой проем, большая дверь, и чтобы вылезать, нужно вот просто берешь рукой вот так вот. То есть, это не зазорно. Ты не, ну, да, ты испачкаешь, если грязная погода, потому что по-другому вылезти абсолютно, ну, невозможно. Машина низенькая. Конечно, лично для меня, да, вот не хватает. Ну, может быть, да, наверное, все-таки полного привода или хотя бы заднего было бы по драйвове. А так, по сути, какие-то такие вот прошлифовки можно оставлять, получается, вот где хотите. Ну, вот так вот, допустим, катаясь на хондовских вот этих втековых двигателях, да, приходишь к такому выводу, что почему, собственно, у них проворачивают вкладыши и, соответственно, получается масложор. Как вы сами видите, для того, чтобы машина как-то ехала, надо постоянно крутить ее. А куда деваться, если будут такие большущие обороты по 7500 оборотов? Понятное дело, что у вас масло будет литрами уходить. В данном случае еще вроде бы все хорошо, но опять же, это свап, то есть это контрактный двигатель. Если бы, допустим, у нас был бы еще родной двигатель 97 года, то, понятное дело, были бы по-любому какие-то уже с ним приключения, какие-то разборки, капиталки и так далее. Правильно сделал владелец, что сделал именно свап на 2.3, да, именно на атмосферный двигатель. Но, честно, вот лично для меня, Honda это вообще отдельный какой-то, знаете, такая фирма какая-то отдельная, где вот свои понятия, свои мода, свои вот эти все автомобили, своя прям какая-то каста, да, и со своей реально технологией, то есть, что связано, допустим, вот с подвеской, да, что и связано обычно, ну, с двигателями. То есть, по сути, даже на сегодняшний день до сих пор они делают двигатели, да, то есть, там, с одним распределом, допустим, да, это именно там делают какие-то свои объемы, где постоянно надо крутить и вырабатывать именно мощность от оборотов. То есть, именно имеется в виду, что Honda это прям как реально спортивный, ну, мотоцикл, да, то есть абсолютно такие же вариации, хотя аккумулятор здесь не самого маленького объема. А так машинка, видно, конечно, что она немножко бэушная, да, то есть имеется в виду, что все равно вот эти все резиновые уплотнения, вот они здесь отходят, да, но опять же, это может быть плохая вклейка, стекло у нас не оригинал. А так, конечно же, вот, допустим, вот эти все резинки, вот это железо, оно все равно уже, скажем так, поюзанное, да, и имеет кое-какие уже вот эти все выработки, то есть резинка все равно высыхает. То есть время дает о себе знать. А так, конечно, машина в хорошем состоянии, нормально едет, вроде бы более-менее управляется. Не хватает, конечно, остроты именно современной, да, где вот именно прям вот мертвая машина стоит. Но опять же, это все из-за того, что машина не новая, да, не в плане того, что там старые технологии, а в плане того, что немножко износился, допустим, там шаровая, да, там люфт, там, допустим, какой-то удар был в то колесо, что немножко есть какой-то угол, да, неправильный именно развосхождение. И, соответственно, получаются вот такие вот нюансики. А так, конечно, машина не понравилась. Реально машина с характером, да, то есть если ты ее покупаешь, то есть это действительно машина, ну, просто самая, что ни на есть, непрактичная. Она низенькая, да, она у нас получается
двухдверная, сзади практически вообще никого не посадишь, маленький багажник. И, соответственно, чисто говорю, это развлечение, понимаете? Если, конечно, она будет доставлять вам удовольствие, не будет ломаться, и если, конечно, здесь стоит более-менее нормальный двигатель, то машинка реально крутая. Если был бы стоял обычный двухлитровый, 133 лошадиные силы, как люди говорят, допустим, владельцы отзывы, да, что вроде бы хорошо едет. Да, она, в принципе, едет хорошо для этого веса, но, тем не менее, хочется больше, согласитесь. Всегда-всегда хочется всего большего. Вот такие дела. А так, конечно, пацаны, спасибо за понимание, за то, что вы меня послушали. По поводу комментариев, я надеюсь, вы меня поняли. Опять же, не забывайте, вы знаете, где меня найти. То есть, пожалуйста, подходите. То есть, проблем как бы я не вижу в этом. То есть, пожалуйста. То есть, будем разговаривать, как говорится, по-другому. Потому что, ну серьезно, ну постоянно одно и то же. Говорит, да ты, говорит, неправильно, это легендарный кузов, там тормоза, там на-на. Вот такие дела вот у нас все умные. Серьезно, хочется просто вот пацана вот взять это вот так вот, подойти к нему. Так, так, да ты-то чего боишься? Вот так вот сделать, знаешь, чтобы сразу вот так вот голосок другой появляется. Я как бы уже просто эту школу прошел, как бы знаю все это ваши понты, пацаны. Но опять же, это не про всех, про вас. То есть у меня такой канал, где действительно собрались не так, может быть, и много, как у других блогеров, да, людей. Но тем не менее, здесь именно тот контингент, который я вот именно уважаю, который просто подобрал. Но с других каналов пацаны лезут, вот эти хейтеры так называемые, да? Но с ними разговор совсем другой будет уже, как вы сами прекрасно понимаете. Ладно, машинка мне понравилась. Владельцу огромное спасибо. Теперь я знаю, что такое Honda Prelude. Тем более, нам достался именно 200-сильный двигатель. Это тоже, конечно же, круто. Опять же, если была минимальная комплектация, я сказал бы, что это просто погремушка типа Mazda 323. А так, как вы сами видите, и можете показать, и пошлифовать, и так далее. Вот такие дела. Всем спасибо за просмотр. Это был Honda. Всем пока. We are sending out a love message to the world. A love message to the world. Can you hear the message of love? We are sending out. We are sending out. Love message. We are sending out a love message to the world. A love message to the world. Can you hear the message of love? Message of love, yeah. Here we go. Love message. Can you feel it? Love message. Can you see it? Love message. Can you hear the message of love? Yeah. We are sending out. Sending out love message to the world. Love message. We are sending out a love message to the world.